Доброе утро. Сегодня я решила сделать краткий обзор на блокнот приключений по Беларуси. Вот так выглядит обложка этого блокнотика. Далее, на первой странице это ворота входа в Минск. Для тех, кто никогда не был в Минске и не знает, это железнодорожный вокзал, вход в город со стороны железнодорожного вокзала. Далее идет Академия наук и улицы города Минска. Минское море. Кстати, очень чудесное место. Если есть возможность, обязательно побывайте там. Это практически сам Минск. Туда ходят автобусы, но можно взять даже такси, что все рядышком. Далее здесь нужно заполнить плейлист белорусской музыки, то, что у вас в фаворитах, любимых исполнителей в группах. На каждой странице этого блокнота место в Минске, в Беларуси, где вы можете побывать и зафиксировать это в блокноте. Например, на этом развороте у нас гостиница «Беларусь», а также «Птичий остров», где вы можете побывать и посчитать птушек. Следующий разворот – это кулинарный. Он посвящен рецептам белорусской кухни, а именно рецептам драников. Здесь задание – побывать на велодорожках, которые расположены в Минске. Можно взять велосипед в аренду и погонять по этим велодорожкам.